Пятилетие Муромского моста через Оку отметили автопробегом. Еще недавно это была самая масштабная стройка 33-го региона. Все понимали, что современная переправа крайне необходима древнему городу, поэтому на ее возведение были брошены серьезные силы и финансы. По итогам интернет-голосования мост был назван самым красивым в России. До вот этого момента у нас, так скажем, Муромский район, город Муром, как бы был тупиковым в нашей Владимирской области, несмотря на то, что паромы ходили, там понтонная переправа была, но все равно это было не то. Сейчас город Муром очень инвестиционно-привлекательный центр. Я уверен, что вот уже наряду с тем, что пошли инвесторы в город Муром с Нижегородской области, в ближайшее время их пойдет еще больше. Это и строительство промышленных предприятий, это и туризм, развитие туризма. 17 ретро-автомобилей прокатились из Владимира в Муром и, конечно, проехали по самому красивому мосту России. У жителей города была возможность сесть за руль ретро-кара и ощутить на себе, что чувствовал водитель, управляя автомобилем из советского прошлого. Автомобили охватывают всю эпоху, в которой жили наши родители. Наш лозунг такой – это «Увидь сам, покажи детям и вспомни, что было хорошее сделано предшествующим поколениям». Ощущение, ну, как будто попал в 70-е годы. Честно говоря, двигатель очень мощный, рычит громко, но едет слабо. Да, но на самом деле машина, конечно, очень мощная, очень серьезная. Если бы такие машины 70-е и 80-е годы выпускали не только для VIP-персон, а для всех граждан, я думаю, что, возможно, бы Советский Союз не развалился.